Один из крупнейших японских производителей автомобилей Nissan в связи с выявленными неисправностями отзывает свою продукцию в 30 странах мира. Отзыву подлежат более 550 тысяч внедорожников марки Roush или более известной как Qashqai, сошедших с конвейера в период с 2008 по 2013 год. Поводом стали дефекты в дверях, в частности, некачественная обшивка, которая, как выяснилось, может пропускать в салон воду, что, в свою очередь, может повлечь короткое замыкание и, что еще страшнее, возгорание. Отзыву также подлежат еще две модели – Pathfinder и Infiniti, выпущенные в 2014 году. Их количество составило 215 тысяч автомобилей. По заявлению компании, в партии этих машин были выявлены неполадки в замке капота. Он может не удержать крышку капота во время движения, что может привести к аварии. Точный список стран, в которые поступали в продажу автомобили, пока не уточняется. Однако стало известно, что в основном партия была реализована в Южной Корее, на острове Тайвань, а также в странах Северной Америки. В самой Японии данные модели не продавались.